Вітаю, триває телемарафон із нашими колегами із Першого національного та бізнес-каналу. Ми говоримо про вихід із політичної кризи та об'єднання українського суспільства. Гостем нашої студії є народний депутат України Оксана Калітнік. Пані Оксана, вітаю вас. Отже, Верховна Рада цього тижня стала тим політичним майданчиком для пошуку політичного діалогу, політичного компромісу. Давайте от зрештою підсумуємо нинішній політичний тиждень, позачергово засідання, які ми маємо результати на даний момент. Знаете, с самого начала было, в общем-то, ожидание, что действительно, учитывая, что это является политическим, на самом деле, действительно, как вы сказали, майданчиком для того, чтобы показать объединение, какую-то возможность мирного диалога абсолютно для всей страны. И лично у меня были ожидания, что все-таки мы сумеем действительно произнести те слова и показать на собственном примере возможность объединения нации, а не просто призывание народа к самопослушанию или еще к чему-то. Первые шаги показывали тенденцию к тому, что у нас это получится. И действительно, когда состоялись первые шаги по голосованию по законопроектам, такая тенденция существовала, потому что основной конфликт сегодня действительно есть между двумя противоборствующими сторонами. Это действующая провластная фракция партии регионов и оппозиция. Именно они обязаны на сегодняшний момент показать действительно, быть миротворцами в некотором смысле и действительно показать объединенность в решении важнейшей задачи, выхода из той драмы, как его назвал Леонид Макарович Кравчук, в котором сегодня находится страна. Вторым позитивным моментом и действительно объединяющим была речь первого президента в парламенте. Понятно, что здесь можно долго вспоминать относительно его политических шагов, которые не всегда были объединяющими, не всегда действительно несли то миротворчество, о котором он говорил в парламенте. Но, на мой взгляд, все это стоило бы забыть сегодня, потому что сегодня важнейший момент в жизни нашей страны. Каждый обязан простить, принять и действительно прийти к какому-то внутреннему пониманию, что мы есть нация, а не население на территории. Леонид Макарович продемонстрировал, выйдя с трибуны, действительно план того, каким образом мы можем сегодня двигаться к тому, чтобы объединить страну, а не раскалывать ее дальше. И даже то, что в парламенте, вы заметили, на самом деле это было чуть ли не впервые, когда мы слушали все вместе. Да, были какие-то иногда реплики, не к месту, можно сказать, но его речь в целом была объединяющая. Он призывал к тому, что не глядя на то, что мы являемся разными по своей сути, действительно задачи разные, в политическом плоскости в том числе, но сегодня мы несем огромную ответственность, и эта ответственность за жизнь и судьбу нации заключается в том, насколько мы в состоянии объединиться. Потому что если брать общество как пирамидку, мы понятно, что мы демонстрируем все те же тенденции, все те же эмоции, ту же культуру, которая живет внизу этой пирамидки, и учитывая, что все-таки мы находимся наверху этой пирамиды, мы должны быть все-таки взвешенными для того, чтобы наша пирамида не свалилась, не разломалась. Вот это были те тенденции, которые действительно, знаете, мне иногда говорят, ты неисправимый оптимист. Наверное, такой я останусь, потому что я верю в то, что это все возможно. Возможно, если захотим слышать и слушать. Последнее голосование было печальным. Печальным по многим причинам, потому что мы вновь, самое главное из них, это то, что мы не сумели действительно призвать общество и тех, кто сегодня действительно является выразителями протеста, тех людей, которые... Я не хочу разбирать сейчас причины, потому что, во-первых, они разные, отчасти они правильные, потому что действительно это все накопилось, и накопилось оно не в последних 3-5 лет, оно накапливалось шаг за шагом и вылилось в то подобное противостояние. Но действительно сегодня важным аспектом было сохранить государственность, которая валится по частям. Сегодня
действительно есть ситуация, связанная с захватом власти. Но приведет ли это нас к выздоровлению и каким-то лучшим результатам, чем те, которые мы имели на протяжении даже не последних 5 лет, а в течение всех 22 годов существования независимой Украины? В моем понимании, не приведет. Это не тот путь, в который мы должны отправиться. На вашу думку, какие мають стати наступні кроки все ж таки на шляху об'єднання, об'єднання держави, об'єднання політики? Ну, давайте вернемся, ведь можно говорить в общем, а можно, наблюдая пошагово, что происходит, найти те ошибки, которые происходят. Действительно, договор об амнистии – это позитивный момент, и он, наверное, должен был дать разрядку. На это и шел расчет. При этом совершенно не важно, скажем так, вот эти вот препирательства, каким должна быть структура отношений в рамках этой амнистии, потому что это действие. И оппозиция принимала участие в написании этого законопроекта, пошагово, в общем-то, вымеряли каждый пункт, велся диалог. Отнюдь проблема, что мы не являемся все вместе, в том числе и депутатский корпус, потому что вы участниками этого переговорного процесса. Там участвуют лидеры. Далее действительно все это передергивается на, скажем так, на лад каждого. И мы видим в результате, что вот оппозиция опять идет с весткой в народ и говорит о том, что нас опять власть кинула. Ну, во-первых, что это за слова? Если мы говорим сегодня о государственной машине, действительно о какой-то культуре государственности в том числе, это неприменимые слова. И нужно действительно отдавать отчет и быть ответственными, в том числе в тех действиях, которые ты выполняешь как оппозиция. И в данном случае я ожидала, что каким бы ни был договор, их там не был бы закон, их было 3 версии, в любом случае, еще 4 были варианты. В любом случае, это шаг к выздоровлению, в котором необходимо сегодня дать стабильность той государственной машины, которую мы имеем. Что мы получили в результате противостояния и Майданов? Опыт. Каждая из сторон получила опыт. И такими сторонами является и власть, и оппозиция, и народ. И вот я вчера, поскольку вы сами видели, во сколько мы закончили наш рабочий день в Раде, достаточно активно общалась с представителями оппозиции. Я задавала вопрос, скажите, ну почему вот вы сегодня, вы настаиваете, говорите о том, что вот только наш вариант. А что, разница какая? Мне шли аргументы, ты что не понимаешь, что это на самом деле является, вот людей власть взяла заложниками, их сначала надо выпустить, а потом будем решать, что дальше. Говорю, вы не наблюдаете какую-то системную картину, при которой сначала сделайте вот это, как капризные дети вы себя ведете, распустите на самом деле действующий кабинет министров, примените, скажем так, другие как бы нормы, пойдите на уступки здесь. И шаг за шагом все-таки мы видим сегодня, что президент, являясь гарантом Конституции, делает это. При этом никто не задает себе вопрос, насколько ему сложно, потому что в данном случае и парламентская фракция большинства, то есть парламентская фракция провластная, она тоже состоит из людей, там тоже много эмоций. И некоторые из них настаивают на силовом варианте, на том, чтобы действительно привести в порядок страну и применить все, скажем так, возможности, которыми обладает государство. И вот в этой ситуации действительно соблюдать баланс, это следует уважать. Сегодня мы находимся в такой момент, когда любое действие любого человека, забыв об истории, необходимо уважать. Без этого уважения мы не добьемся на самом деле консолидации и взаимодействия. Потому что в народе то же самое. Если сосед проклинает другого соседа на протяжении 20-15 лет, не способный ему что-либо простить, ты можешь собственным примером показать, что прощать необходимо. И поэтому, что мы видим сегодня действительно, вот я возвращаюсь к диалогу с оппозицией. Если мы говорим про диалог, то это мають бути якісь встречные кроки. Конечно же. Вот встречные шаги заключались в том, что вот на протяжении всего этого периода эти вещи осуществлялись. Сегодня вы опять говорите, давайте закон об амнистии.
Хорошо, не важно, каким он будет, важно, чтобы вы тоже со своей стороны взяли ответственность. И если сегодня вы говорите, нет, сначала амнистируем людей, а мы не берем никакую ответственность относительно того, чтобы приводить к правопорядку сегодня действительно нашу социальную действительность, социальную жизнь. А что такое правопорядок? Все-таки нужно освободить административные здания, дать возможность сегодня государственному механизму функционировать. Потому что это не один человек и не группа провластных лиц. Это целая система людей, которые заняты в этом механизме. И этот механизм, существуя, дает возможность нам действительно обеспечить все наши жизненно важные потребности. Мы просто не задумываемся, что будет, когда это все развалится. Остановится транспорт и так далее. Вот вы кажете, так вот я спрашиваю про ответственность. Я задаю вопрос. Нет. Сейчас речь идет о том, что власть на самом деле не должна брать людей в заложники. Я говорю, это детская позиция. Если вы не готовы брать какую-либо ответственность, вы являетесь какой стороной в этом случае переговоров? То есть вы в данном случае демонстрируете, что раз вы боитесь сегодня распуска Майданов, освобождения действительно общественных зданий, вы не верите, опять же, в народ. Потому что вы считаете, что если это удалось в один момент добиться, теперь нужно стоять на своем и вытребовать абсолютно все, тем более, что для вас все это изменение власти, убрать этих и самим сесть в эти кресла. Вот истинная цель. И в этой цели вы берете заложниками людей. Потому что сегодня та сила, та энергия, которая поднялась в людях, она не даст возможность власти не идти к изменениям. И сегодня сильный должен уступить. Вопрос в том, кто является этим сильным. Сегодня, к сожалению, я не вижу, вышли на какие-то, знаете, равные стороны препирательства. Одна и другая сторона. Хотя, по большому счету, оппозиция ведет себя просто безответственно, при этом манипулируя действительно и эмоциями людей, и нормальным жизнепорядком в стране. Вы кажете, як, власне, и оппозиция, так само влада мает досвід з того, що маємо сьогодні в країні. Як скористатися цим досвідом? І, зрештою, мабуть, потрібно шукати причину в тому, що, власне, чому люди вийшли на вулиці, що їх спонукало, що потрібно змінювати загалом в державі насамперед? Мені здається, що на самом деле відповіді очевидні. Ми 22 роки жили в системі, коли всіх, собственно говоря, устраивало. Да? То есть, я каждый раз говорю, что это некий треугольник: власть, бизнес, общество. Общество для себя живет в ситуации, когда с 90-х годов мы, находясь в социалистическом государстве, в вертикально интегрированной экономике, привыкло к так называемому патернализму, когда все мои вопросы, связанные с моей личной жизнью, то есть где учиться, как жить, как работать, сколько зарабатывать, должны решить наверху. И поэтому вот есть некое ощущение, что есть некая система, при которой моя ответственность, то есть мое действительно внимание к тому, чтобы стать ответственным гражданином общества, это не обо мне. То есть некая система, что я могу сделать, я теку по течению. И в этом случае общество ожидает льгот, повышение каждый год всех возможных, скажем, там, и зарплат, и так далее, социальных преференций. А что я, как гражданин, в этом обществе делаю? То есть, зарабатывая, плачу ли я налоги? А зачем платить? Они все равно там разворуются. То есть такое есть отношение. А зачем декларировать? Ведь если я задекларирую, жестокий закон меня на самом деле еще больше попытается, в общем-то, грубо говоря, раскулачить. Значит, ну зачем мне это делать? Я вот существую, и я должен все время быть недовольным. Это одна позиция. Позиция бизнеса тоже, знаете, по принципу «моя хата с краю». Та же тенденция. То есть мы устали от коррупции, но для того, что, ну, если нам дается возможность добраться до административного ресурса, мы с удовольствием это делаем, потому что отжать своего конкурента лучше не через технологии и инновации, а через админресурс. Поэтому конкурировать мы будем за админресурс, за возможность нанять грамотных юристов и, скажем так, путем изменения тех или иных договоров, делая внутри своей системы,
а мы будем, в общем-то, минимизировать или оптимизировать налогообложение. То есть, опять же, вопрос, какие бы налоги ни дали, если ты ментально их не принимаешь, ты в любом случае будешь стремиться от них избавиться. И вопрос о том, что зачем их платить? Ведь там все равно, собственно говоря, их разворуют. Конечно же, такую позицию добивает еще и положение власти, которое в любом случае, как государственная машина, стремится выжать последнее до остатка. И согласно закону, и согласно, собственно говоря, вне законов, так называемые. То есть я понимаю, что ты убежишь от того, что у тебя есть прибыль, но я наложу на тебя другие подати, и ты будешь их платить. Потому что если ты их не будешь платить, я буду на самом деле там путем проверок и всего остального мешать тебе работать. Власть, в таком власть как третья, да, как третья составляющая этого треугольника, теряя, собственно говоря, действительно, последние годы это вообще уже было вопиющим моментом, потому что очень много непрофессионализма в структурах. Все больше и больше действительно способа, когда неважно, на какое место приходит чиновник, он стремится себя укрепить людьми своими. Прежде всего, свой человек обставит это кто? Все. Тот, которому я доверяю, с кем там я рос, воспитывался и так далее. Или, в общем-то, профессионал венчанится, женщина. А профессионал это не имеет значения. Все равно найдем как-то по течению, поймем. И вот этот треугольник, и сегодня говорить о том, что кто-то из в этом треугольнике виноват больше, вы знаете, ну, я думаю, что это просто обманывает самих себя. Просто вот эта тенденция, а ведь гражданское общество – это взаимодействие в этом треугольнике, где есть понимание и ответственность, что от того, что я делаю, зависит вообще общая атмосфера внутри. И если я в этой атмосфере несознателен, непрофессионален, пытаюсь, собственно говоря, путем рвачества, скажем так, сделать себя более успешным, я порчу всю среду. И в этой среде я никогда не буду успешным, потому что я буду временно успешным на какой-то промежуток времени. Что в этом случае необходимо делать? Только диалог. Только диалог и признание собственных ошибок в каждом треугольнике. Кто способен сегодня этот диалог действительно начать, объединить? Мне кажется, эффективно. Что подобные тенденции есть. Посмотрите, насколько действительно вот в социальных сетях, помимо всех тех эмоционально возбужденных моментов, когда люди буквально в агрессии друг на друга, да, то есть, неважно, какую позицию они занимают, но появляется тенденция, когда эта эмоция ушла, рассуждать о том, а что привело, а где я не прав, а действительно на самом деле, что же в этом случае делать. Позиции разные. У кого-то есть понимание и ощущение, что вот я же моральный, а вот вдруг родился и живу в таком неморальном обществе. И если у меня есть возможность, то лучше я уеду в более моральное общество, то есть эмигрирую. Да? То есть я даже статью, кто всего не может заработать? Статью почитала в соцсетях, вы знаете, где вот эмигранты рассуждают на тему, ну а 24 числа будем в День независимости выходить с флагами, говорить о том, что мы любим свою родину на расстоянии. Любить на расстоянии – это на самом деле не любовь, это подделка. И я думаю, что сегодня действительно те люди, которые имеют такую возможность, они обязаны оставаться в стране, потому что это истина, ответственность и патриотизм. Знаете, вот я всегда вспоминала слова, когда говорилось, мне когда-то моя мама их сказала, невелика сила любить гордую, богатую страну, родину. А ты попробуй ее любить, когда она, как нищенка, валяется в сугробе и требует твоей, ждет твоей силы и твоей любви. Вот сегодня мне кажется, что мы находимся именно в этом моменте, когда действительно каждый должен на своем месте подумать. И те депутаты, которые отбыли сессию, после этого сели в самолеты и улетели, отмежевываясь от понимания, что сегодня происходит в стране. Мне кажется, что вот эта ситуация, вы знаете, она как-то про всех нас. Про каждого, когда каждый должен внутри остановиться и задуматься. Сбежать можно, но сбегая, ты не сбежишь сам от себя. Ты взяли сам себя. Это первое. А те, которые действительно невозможно убежать, здесь они вообще остаются заложниками от ситуации, когда, с одной стороны, ты получаешь страну в том виде, которую ее тебе приготовят более активные. Более активные – это не всегда более разумные.
Потому что пассионарии – это люди, которые изнутри, ну, они эмоционально возбуждены. Понятно, что там боль, она убрала весь страх, она призывает на бунт. Но бунт, он не дает возможности действительно выстроить, остановиться и подумать, а что нам нужно делать для того, чтобы кирпичиком заново собрать эту страну. Дякую за розмову. Нагадаю, що це була Оксана Калітнік, народний депутат України. Залишайтеся далі з нами. Наш телемарафон продовжується.